Вот это нам Абей, местный Арбат. Сегодня последний день моего пребывания в Египте. Вчера закончился последний турнир, решил немножко прогуляться. Все уже ребята уехали вчера ночью. Я остался практически один. Вот сегодня пошел в казино. Решил посмотреть местные достопримечательности. На каждом шагу тут подходят всякие египетские тела, которые типа были в России. Проходят по-русски, просят куда-то в их магазик зайти. Пристают, дико приставучие, хватаются и не отпускают. Но я сейчас хочу поискать немножко подарков для своих друзей. Смотрим, что удастся найти. Мне сказали, что где-то тут есть Макдональдс.